В Самаре официально стартовал отопительный сезон. Подключение тепла – один из главных вопросов, которые обсуждали на совещании под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. Ресурсники, руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса, представители профильного городского департамента и районных администраций также непрерывно следят за процессом пуска теплоносителя. Напомним, в первоочередном порядке подключают учреждения социальной сферы, требующие повышенного внимания. На эти объекты подача тепла началась заблаговременно, еще на прошлой неделе, до официального старта отопительного сезона. Речь идет о детских садах, школах, больницах и других учреждениях с круглосуточным пребыванием людей. Первый вице-мэр поручил ускорить работы по запуску систем отопления. На сегодняшний день вот и сделать упор на пуск тепла, еще раз, чтобы мы максимально сегодня первый день пуск тепла, чтобы мы по больницам, по объектам образования, по детским садам и по школам. Несмотря на то, что официально отопительный сезон в Самаре начался с 27 сентября, уже на вечер понедельника теплом были обеспечены почти 50% больниц, более 85% детских садов, около 3/4 учреждений опеки и соцзащиты с круглосуточным пребыванием людей. Также ведется подключение учреждений образования, культуры и спорта. Сегодня в своем телеграм-канале глава Самары Елена Лапушкина подчеркнула, что все возникающие вопросы решаются в оперативном порядке и адресно. Главам районных администраций и профильному департаменту поставлена задача координировать работу на местах в ежедневном режиме. Мы вступаем в благоприятный период по пуску тепла. Нет вот той изнурительной, когда мы провалились за ноль или плюс там 2, плюс 3, торчали 3-4-5 дней. На сегодняшний день, если даже по температуре, 9,5 средняя температура была вчера. У нас даже 8 еще ни разу не было температуры при позиции, которой бы можно было начинать отопительный сезон. Напомним, по нормативам отопительный сезон должен начинаться, если среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов в течение 5 дней. Но городские власти, ресурсные организации решили дать ему старт раньше. В первую очередь батареи нагрелись на тех соцобъектах, чьи руководители подали заявки. Сегодня начали отапливаться и многоквартирные дома. Их в Самаре более 10 000. Этот процесс займет порядка 2 недель. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.